Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится видеорегистратор Motorola MDC500GW. И сейчас мы разберемся, как удалить лишнее видео или фотки с данного устройства. Итак, для того, чтобы перейти в галерею с видео, мы нажимаем кнопку вправо и выбираем режим нормальный. Вот она обведена желтым. Нажимаем ОК. И теперь нажимаем стрелочку влево. Здесь нажимаем ОК. И можно удалить либо все, либо только то, что мы выбрали. Удалим все. ОК. ОК. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!